Здравствуйте, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы испечем белый хлебушек. Я все искала рецепт белого хлебушка давно. Все хочу. Ну вот сейчас вроде бы нашла. Значит, для этого нам надо 4 яйца, 30 грамм кокосовой муки, пол чайной ложки чия, пол чайной ложечки разрыхлителя, здесь чуточку соли у меня, и 30 грамм растительного масла. Можете сливочное. Если сливочное, то надо 2 раза больше взять. Ну и начнем. Для начала мы забьем наши яйца. Яйца я взяла, специально выставила, чтобы они были комнатной температуры. Так, теперь мы сюда выльем. Так, нет, сначала мы их маленечко взболтаем. Не маленечко, а хорошенечко. Кто хочет, может делать в этом в миксере. Я так постараюсь разбить. Так, теперь мы выльем сюда наше масло. И еще хорошенечко все это взобьем. Конечно, миксером было бы лучше, наверное. Ну, мне все это есть, но я как-то все это делаю руками, потому что думаю, может, у кого-то нету, поэтому проще вот так. Так, ну теперь мы высыпем. Я сначала вот сюда высыплю, значит, соду, соль и наше чие. Вот так. Все это сюда высыплю и маленечко размешаю. Вот так. Ну а теперь будем высыпать. Ну, тесто у нас вот такое жидковатое, но оно такое и должно быть. Сейчас оно еще маленечко постоит, еще это разбухнет. Ну, сейчас мы еще маленечко забьем. Не было комочков. Ну вот так наше тесто выглядит. Так, все положила, ничего не забыла, а то я ведь могу что-нибудь и забыть. Ну и я буду вот в такую формочку выпекать, вот в такой формочке у меня. Вот она, сколько тут? Ну, наверное, 18 на 7, вот такая форма. Я уже в ней выпекала хлебушек. И вот сейчас мы в эту форму сюда все это выльем. Ну, вот так оно у нас выглядит. И теперь мы пойдем к духовке на 180 градусов, где-то минут на 50. Ну вот, наш хлебушек готов, испекся. Вот так он выглядит в этой формочке моей маленькой. Сейчас мы его достанем и выложим на тарелочку. Вот, посмотрите, какая прелесть получилась. Но сейчас он остынет, потом я разрежу его, и на картинках вы увидите, какой он внутри будет. Ну вот так, приятного аппетита. Или нет, я все-таки дам ему остыть и покажу вам на разрезе. Ну вот, наш хлебушек маленечко остыл, у меня нету терпения. Ну, мы его сейчас порежем и посмотрим. Ой, посмотрите,
такой внутри. Очень красивый. Вкусно. Сейчас я его попробую. Вкусный хлебушек рекомендую. Ну вот теперь у нас есть и белый хлебушек. То я все хотела белый хлебушек. Теперь вот он у нас есть. Ну, в общем, вот так. Смотрите. Не забывайте подписываться. Повторяйте за мной. Приятного аппетита всем вам. Пока-пока. До встречи.